Да господи ж ты, боже мой. Да, собрала все, только валлийских поэтов еще не хватает. Во мрак погружен, думаю. Во мрак, да, считай, за электричество не сейчас дайвов. А потом я расскажу занятную телегу к этой песне. Это у нас Роберт Белс. Недобрый час я взял жену в начале мая месяца. И столько лет живя в плену, не раз мечтал повеситься. Я был во всем покорен ей и нес безмолвно время. Но наконец жене моей пришло скончаться время. Я совершил над ней обряд, похоронил достойно. Боюсь, что черт не принял вас моей жены покойной. Она, я думаю, в раю, порою раскатом грома. Я грозный грохот узнаю, я издавна знакомый. Она, я думаю, в раю, порой в раскатах грома. Куда пошел опять к этой шлюхе Мэри тащишься? Понятно, она молодая, ей всего 79. Я грозный грохот узнаю.